Здравствуйте! Вы смотрите первый выпуск программы «Острый угол» на телеканале ТВКОМ. Ее цель – заострить внимание на проблемах, с которыми сталкиваются жители нашей республики, и показать, насколько эффективно эти проблемы решаются. Сегодня мы поговорим о неформальной занятости. По оценке специалистов, около 20% жителей республики работают без заключения трудового договора. Человек лишается части социальных гарантий, таких как пенсия. То есть ты, работая на дядю, зарабатываешь ему на безбедную старость, а сам будешь стареть в картонной коробке. Согласен на это? А оплата больничного листа, если работая на стройке, раздавая на улице флаеры, либо просто сидя в холодном офисе, ты заболеешь, он тебе даже не заплатит. А мы так-то в Сибири живем. Правительство Бурятии утвердило план мероприятий по снижению неформальной занятости на 2015-17 годы. За 8 месяцев этого года Государственной инспекцией труда было выявлено более 100 случаев незаключения трудовых договоров у 16 работодателей. На сегодняшний день по предписаниям государственных инспекторов труда в отношении 85 работников по представленной информации работодателей заключены трудовые договоры. Что касается ответственности виновных должностных лиц, 11 из них привлечены к административной ответственности на общую сумму штрафа 221 тысяча рублей. В Минэкономике Бурятии этой проблеме также уделяют особое внимание. Летом этого года в республике стартовала необычная акция «Тайный соискатель». Ее цель – узнать, соблюдаются ли в Бурятии права работников. Сейчас мы будем устраиваться на работу и посмотрим, предложит ли нам заключить трудовой договор. Не мы, а ты будешь устраиваться. Почему я? Ну какой из меня тайный соискатель? Высокий уровень неформальной занятости наблюдается в торговле, сфере услуг, строительстве и сельском хозяйстве. Наш тайный соискатель прошел собеседование на вакансию менеджера по продажам. Весь разговор мы озвучивать не будем, а перейдем сразу к интересующему нас вопросу. Ну, то есть я правильно поняла, что мы с вами договор не будем заключать, да? Да, да, да. Угу. Вам здесь, в принципе, опасаться нечего, потому что деньги у вас будут на руках. То есть вы себе свою часть забираете, а нам по приходнику приносите остатки. Понятно. После этого разговора мы решили посетить данную фирму. Это телекомпания ТВКОМ и Министерство экономики Республики Бурятия. Вы стали участником акции «Тайный соискатель». Мы информируем работодателей об ответственности за нарушение трудового законодательства. Вот вам памятка. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Юлиана. Юлиана, дарим вам памятку об ответственности работодателя за нарушение трудового законодательства. Также здесь есть памятка работнику о том, что работник теряет, если он работает без заключения трудового договора. Мы просто информируем вас о том, чтобы что вы больше не нарушали закон. А то можно, не зная трудового законодательства, напороться на штрафы случайно. Ну, спасибо за информацию, только это не мне нужно узнать. Вот вашему директору. Да. Передайте, пожалуйста. Спасибо большое. Все, спасибо большое. Спасибо за информацию. Важно помнить, ненадлежащее оформление трудовых отношений влечет за собой штрафы для должностных лиц до 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц до 100 тысяч. Ну что, менеджером по продажам тебя не взяли? Может быть, хотя бы пойдешь менеджером по тарелкам? Официанткой? Официанткой. На этот раз Айгуль нашла работу в одном из ресторанов города и пошла на собеседование. Ну, то есть я правильно поняла, 3 дня стажировки, которая оплачивается там 100 рублей в день. Угу. Если я ее прохожу, то у меня идет месяц испытательного срока, да? И если я прохожу этот испытательный срок, то после него я могу официально устроиться в трудовой книжке, да? Да, да, договориться официально можно устроиться. Хорошо, спасибо. Договор заключить здесь предложили, но ошибку мы все-таки нашли. Вы стали участником акции «Тайный соискатель». Очень хорошо, что вы предложили девушке заключить трудовой договор. Но стоит отметить, что трудовое законодательство могло быть нарушено, потому что даже при испытательном сроке человек должен работать с трудовым договором. Мы дарим вам памятку для работодателя об ответственности за нарушение трудового законодательства и для работника, чтобы они знали, что они могут потерять, работая без трудового договора. Дарим вам. Ознакомьтесь, пожалуйста. Хорошо. Спасибо большое. До свидания.
В рамках работы по легализации трудовых отношений проводятся рейды по торговым точкам, организована работа горячей линии, рассматриваются жалобы по зарплатам в конвертах, с руководителями компаний проводится работа по информированию об ответственности за уклонение от уплаты налогов и нарушение трудового законодательства. У нас, к счастью, большая часть предпринимателей платит эти налоги. Так вот почему один предприниматель выплачивает все налоги, создает все свои условия, другой предприниматель уходит в тень. Он практически не создает тех условий, которые необходимы для его работника. Поэтому для искоренения этой проблемы, для того, чтобы мы создали здоровую конкуренцию на рынке между работодателями, мы должны решить вопрос с искоренением неформальной занятости. Мы спросили наших горожан, а знают ли они, что такое трудовой договор и зачем он нужен? Ну, это договор между работодателем и рабочим. А для чего он нужен? Для прав. Знать, что ты должен делать, а что не должен. А вы работаете? Да. У вас есть трудовой договор? Да. Ну, если я работаю, значит, я с работодателем трудовой договор совмещаю и работаю. А для чего он нужен? А проверять. А? Проверять. А вы работаете? Работаю. У вас есть трудовой договор? Есть. А вы когда-нибудь работали? А без трудового? Да. Работала. Долго? Ну, не совсем. То есть около года. Ну, вы как думаете, это плохо или хорошо? Ну, конечно, это плохо, потому что, получается, ты не получаешь пенсию, у тебя нет каких-то накоплений, и в будущем ты не сможешь как бы ими воспользоваться, этими накоплениями, и, ну, это плохо. Для защиты работника своих интересов, потому что там прописывают права, во-первых, работника, во-вторых, обязанности работника. А у вас с работодателем заключен торговый? Естественно, конечно. А как же? На неопределенный срок. Таким образом, было опрошено около 40 человек. Почти все утверждали, что работают с трудовым договором. Но насколько это правда? Может, люди просто боятся остаться без работы, ответив честно? Между тем, ты не получишь выплат при уходе в декрет. Если тебе дадут кредит, то только под большие проценты на маленькую сумму. Не говоря уже об уходе в оплачиваемый отпуск. Ты же не лошадь. Проконсультироваться по вопросам трудового законодательства или сообщить о зарплате в конвертах можно по телефонам горячей линии, которые вы видите на своих экранах. Помните, за свои права нужно бороться. С вами была передача «Острый угол». До свидания.